Сегодня наш путь лежит из Дрездена, Германия, на территорию Швейцарии. Пересекаем границу между Германией и Швейцарией и направляемся в небольшой городок Нойхаузен ам Райнфаль, что в кантоне Шафхаузен, чтобы увидеть неповторимый и мощный Рейнский водопад. Ведь недаром говорят, ради одного только этого зрелища стоит посетить Швейцарию. Рейнский водопад считается самым большим в Европе по количеству низвергаемой вниз воды. Водопад расположен практически на границе с Германией. Ширина Рейнского водопада 150 метров, высота 23. Водопад существует здесь уже около 17 тысяч лет. Объем воды меняется в зависимости от времени года. В период таяния снегов с камней низвергается около 600 кубометров воды в секунду. В зимний сезон около 250. Наш катер подплывает почти к самому водопаду.
незабываемое зрелище этого мощного потока низвергающейся воды. Начиная с 17 века в районе водопада строилось большое количество деревянных водяных мельниц. Одну из них вы видите на экране, она сегодня играет сугубо декоративную роль.